Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Женёк. И сегодня мы с вами поедем в город-призрак. То есть не мы, а Халк. Халк поедет в город-призрак. Я, кстати, о городе-призраке вот сколько лет играю в GTA 3, услышал только совсем недавно. Честно. Так. У меня сейчас, походу, будут небольшие проблемы с игрой. Но это все по одной простой причине. Я установил, короче, себе сейчас мод, как он называется-то? Армагеддон, во. Только я его пока еще не активировал. Там, короче, чтобы активировать его, нужно скачать какой-то патч, непонятный совсем. Вот. И то он активируется не до конца, там просто, короче, с машинами какая-то беда начинается, ничего-то есть, так неадекватно. И, короче, все деревья, короче, все кусты, они такие обугленные. Вот это вообще прикол. Блин, тварь, ты смотри, куда прёшь, дебил. Видишь, Халк за рулем так серьёзно. Ну вот. Чтобы уже ее до конца активировать, чтобы там, блин, кислотные дожди были такие по-жёсткому. Чё это? Чё это такое? Опачки. Вот видите? Вот эта фигня, короче, я потому что тоже сейчас скинул мод. Ну, чтобы как бы в город-призрак попасть. Вот этот туннель, он же был закрыт. Этот мод, он демо-версия, потому что... Или бета-версия, я не помню. Короче, есть полная версия, только я ее не скачал, естественно, как всегда уже. Опа, видите, какая фигня, да? А в более новой версии обещает вот, что такого вот не будет. Там, короче, разработчик сам писал. Если будут какие-то баги и прочее говно, пишите. Ну, в принципе, я, наверное, напишу что-нибудь. Сейчас, погодите. Так, я вернулся. Картошку твари предлагают тупорылые. Ненавижу их, чтобы они все. Ладно. Так, вот. О, погодите, это просто глюк или это мост? А, нет, мост на месте, все. По газетам понял. Вот такая вот фигня, короче. Я потом, наверное, скачаю уж полную версию, чтобы нам было поудобнее смотреть на все это дело. Ну ладно, пока обойдемся из старой версии. Главное, что Халк попал в город-призрак, а в город-призрак у нас... Я вот сам его ни разу не видел, вот сегодня только первый раз. Магазин шоп. Журнал-магазин, нет. Магазин журналов, скорее всего. Что-то в этом. Pussycat. Ох ты, ничего себе, это что у нас такое? Пинг. Тратория? Спагет, нифига себе. Тратория на Минской. Ну, на Минской. Нет, действительно, тратория. Все наши магазы тут. Это русский квартал, опять тратория. Daily and Pizza. Daily у нас магаз тоже есть. Birthday Suite. Не знаю, что это. Пицца. Видео. Стану таким, как она и как он. Да, помню эту песню. Тут все то же самое. О, машинка. Машинка, кстати, по-моему, в нее сесть нельзя. Я вот тыкаю все кнопки. Да, это просто моделька. Жаль. Я бы покатался тут на этой машинке. А лучше на инкассаторской, которая нам стоит. К банку мы сейчас вернемся. Я просто уже догадался, что это за фигня у нас, что это за такой так называемый город-призрак. Видите, текстуры вообще нафиг не доработаны. Ну зачем это надо было, естественно, их дорабатывать-то? Это ж нелогично. К банку мы вернулись. Вот он, в принципе, сам банк. Банк Liberty City. Это, наверное, самая главная вещь вообще в игре. Вот он, Liberty City Bank. Вот она эта фигня. Ладно. Чё? Смотрите, ну, паркинг, даже такую фигнюшку сделали. Короче, это... Вот эта вся фигня, вот весь этот город-призрак. Многие там, ну, уже... Люди помладше, лет 6-7. Они пишут, короче, там... Город-призрак, это специально разработчики добавили этот... Четвертый город, чтобы мы могли там повеселиться. И... Короче, город-призраком... Ой, город-призрак стал городом-призраком по одной простой причине. Потому что туда упал метеорит, там вот дома разрушились, видите, вот эта фигня, да? Дома разрушились, там люди вымерли, короче, вот этот город-призрак. Сейчас, если вы до сих пор верите в эту фигню, раскрою вам один секрет.
Если вы действительно, конечно, верите, что сюда упал метеорит, здесь сдохли люди, и поэтому вот мы видим текстуры какой-то говна, я не знаю. Вон, видите, вода вот тут вот лагать начинает, что с водой. Короче, полная фигня, полная. Сюда можно долететь на Додо, но, во-первых, я эту игру не проходил толком вообще никогда. Я сколько лет играю в GTA 3, я в основном устраивал здесь бои и ничего толком не делал. Кстати, классный скин этого Халка. Сейчас посмотрим его получше. Вот. Нет, не этот. Хороший скин. Такой зелененький. Вот. А, жалко, в инкассаторских тоже нельзя приехать. Блин, зараза. Нос болит, что-то такое. Ладно, неважно. А, если вы до сих пор верите в эту фигню, что сюда падал метеорит, раскрою вам один очень ужасный секрет. На самом деле, все это обычные декорации. Декорации к начальному ролику данной игры. Вот мы видим вот эти вот подворотни долбанные. Кстати, об них мы можем раздолбать машину. А, все вот эти вот граффити и прочее. Зачем вот... А, по сути, здесь... Ну, разработчики не учли, конечно, что сюда можно долететь на Додо и... Но я не знаю, кто этим занимался. В принципе, я даже впервые вот недавно вот услышал совсем дня 3, наверное, назад об этой фигне вот о городе призраки. Ладно. Это декорации к начальному ролику данной игры. GTA 3. Разработчики, конечно, так учли то, чтобы сюда заехать было нельзя, не закрыли мост, но... Люди все-таки умные догадались, сделали мод на мост. Это, правда, начальная версия, поэтому сейчас... Опа! И мы как с вами как ангелы. Черт, я не вижу, правда, куда я еду. Поэтому ангел скоро сдохнет, наверное. Тачку он разобьет себе. Вот так вот мы с вами умеем ездить. Ну ладно, я скачаю потом полную версию. Хотя зачем мне это надо? Я же чисто хотел посмотреть город призрак. Так как это просто не полное, там был пишите, всякое говно. Вот. Эх, потом. Нет, полную качать не буду, это мне нафиг не надо. Главное, что есть город. Самое главное, что есть город. Вот. Прокатиться ни на чем нельзя. В банк сам мы зайти, естественно, не сможем. Но это не учли. Ладно, черт с ним. А, блин, у меня тормозит игра вообще по-жесткому. Просто пожескачу. У меня сейчас где-то 1 FPS, блин. Я не знаю, это ужас. Но это все из-за того, что я поставил себе этот... Армагеддон, неактивированный. Скорее всего, с активированным Армагеддоном у меня будет все получше. Правда, я не знаю, я, наверное, активирую его не до конца. Активирую только то, чтобы машинки там ездили и так неадекватно. О, господи. Потому что целиковый Армагеддон мне нафиг не сдался. Хочу чисто сделать смотр на хотя бы такой, неактивированный до конца. Ладно, мы... Ну, зато мы можем вот тут паникаться. Вот так вот как-то. Этот город, кстати, вот с воды к нему черт доплывешь. Он висит где-то над водой, как я почитал. Но это видно. Ладно, короче. Доказательство того, что это все-таки к начальному ролику такая у нас фигня. Что это типа вот начальный ролик у нас. Так. Ну, начальный ролик, так начальный ролик, короче. Давайте-ка его и посмотрим. Это у нас раз уж декорации к нему самому. Давайте-ка к нему его и глянем. Ну, нажимайся. GTA 3, вот, на мой взгляд, по-моему, самые долгие игры уже. Вот. Вот и мы едем с вами. Не знаю, как уж мы сюда проехали. А, нет, погодите, это не мы ехали. Чё-то я не понял. Приколы. Sorry, baby. Да-да-да. Она что, обоих убила, что ли? И этого хмыря, и нас? Ну, нас, то есть, она не убила. Ну, все, короче, дальше нет смысла смотреть. Дальше мы просто едем на машинке, там взрывает мост, и все. Ну, короче, вот такой вот он город-призрак. Обычные декорации, и ничего тут нет. Кстати, скин Халка очень даже неплохой. Качайте, не пожалеете. Спасибо за внимание, с вами был Женек. До новых встреч. Пока.